Всем привет, дорогие друзья. Всем привет. С вами, как обычно, Вузи. Enter. И мы на данный момент обозреваем карту D3 Кумбер 2. Вот она так называется. Да. Да, это один из Альмера Капов. Точнее, третий. Проходил он, да, точно третий. Проходил он с 25 по 28 февраля. Закончился он прямо перед... перед первым днем весны. И, собственно, давайте посмотрим. Детали, что за мапа, что за автор, кто такой? Что, мапа очень сложно выговариваемая, но можно просто читать The Cumber. Автор, как ни странно, The Cumber. Карта эта вторая, 2003 года, сделана 17 января. Достаточно информации. На карте вроде есть граната, плазма, рокет, короче, все, что можно. Давай покажем. И нету батлсьюта, да. Ну, на старте мы появляемся, видим гранату, плазмоган, плазму, мигу, красный, патроны для плазмы. И видим линию, где начинается старт, да. И его можно пересекать дважды, но этого делать нельзя, потому что вы отправляли на этот... Да, офлайн. На компетишн, да, офлайн турнир. Видим мы такие своеобразные лесенки большого роста, и на каждой лесенке нас ждет некоторый ништяк. Это патроны, это меди, пока, это броня. Пока далеко не начали. Это что хотел? Да, я знаю, что хотел. Я хотел девмап заводить. Давай. Это забыли совсем. Итак... Давай, заходи. Так. Видим мы разные лесенки, на каждой из них, как я уже сказал, ждет нас некоторый ништяк, патроны, броня, мига, что у меня сегодня со словарным запасом. Внизу, кстати, видим мы буковку П, значит, можно сделать вот так. И, возможно, сделать долететь до угла и обратно вот так запазмить. Но можно, так как у нас граната, можно вообще сделать вот так вот. Это самый очевидный способ такой. И добираемся до телепорта. Телепорт у нас отлично сделанный 3D-модель. Можно обойти сзади, можно врезаться в эти штучки. И сверху на них тоже можно приземлиться и не попасть в телепорт. Это было, наверное, основной сложностью. Хотя вот это вот просто прозрачно. Ну ладно. Заходим в телепорт. Подожди, карта, на карте свет есть или нету? Ну, да, вроде есть, а чё? Подожди, Map 2. Да. Ну, не, у меня светло, вот и вот в том-то и дело, то, что я теней нормальных не вижу. Их нету, что ли? А, здесь нету, да. В общем, это у нас не кнопка, просто красивый коридорчик такой. И выходим мы... куда-то, где дают ракету, еще дают красный и еще мигу. Батлсьюта у нас нет, поэтому нас постоянно подкрепляют данными ресурсами. Мы бегаем по платформам, видим, что есть и красный, и патроны, и мига. И переходим дальше. Дальше у нас двери, которые открываются по триггеру. Еще патроны, еще ресурсы для жития-бытия, так скажем. Ну и, собственно, видим, что там фин. Тут у нас лава, которая нас... быстро, но... Точнее, не быстро, медленно, наверное, убивает. Вот, ну и, собственно, тут можно даже пешком пройти и читса enable. Вин, и... а не фин. А, ну вин, да. А я вроде вин-то сказал. Нет? Не знаю. В общем, ну я сегодня уже что-то подустал, если честно. Ну вот, та же самая полоска, как и на старте, обозначающая финиш. Собственно, и все. Небольшой косяк на карте. Там что-нибудь есть? Залетит. Там, не знаю. В смысле? Ноклипом. Давай. Нет, тут ничего нет. Угу. Жаль. Тут просто кривые руки маппера. Угу. Потому что с этой стороны все хорошо, а здесь он не дотянул просто текстуру. Ну, может быть, торопился. А что за слева? И видим мы, кстати, что... Это первая комната. Это первая комната, да. Видим, что они рядом. В принципе, вот мы туда входим, здесь выходим и, собственно, летим. Был бы у нас ноглип, мы бы могли ее пройти за секунд 5, наверное. И вот здесь у нас, кстати, шейдер No
Not found, неизвестная not текстура. Found, да. Да, и image not found, да, вроде. Или как там пишут. Неизвестная текстурка, не знаю почему. Ну, собственно, она и не нужна особо. Ну ладно, разглядывать. О, еще косяк. А, нет. Хотя, ну, фактически, да. Подожди, да. Там дверь, что ли? А, это дверь. Ок. Да, да, да. Ну, это, да, можно это сказать, косяк. Но, то есть, подожди, да, если ткнуть дверь. А, там сверху тоже затянуто. Ну, в общем. Ну, тут нет. Да, нормально все. Да, ну вот такая вот карта, достаточно маленькая, но очень техничная, на мой взгляд. Давай, Enter, покажи, что ты у нас нашел какую грязь. О, я все еще жалею то, что я на ней так и не получилось нормально поиграть. Времени нет, все такое работа. Угу. Ну, начало, тут в начале есть... я нашел два способа прохождения. Может чуть больше, как бы. Сначала понятно то, что граната, как бы гранат много, плазма много, мы кидаем гранату, поднимаемся, заворачиваем налево и летим в телепорт. С телепортом тоже большая проблема, вот эти вот стенки, в которые можно воткнуться. Вот прям, ну ладно. Ну и вариант второй, который мне показался получше, это получать горизонтальную скорость где-то, ну, при помощи гранаты тоже. И желательно не с самого низа, чтобы вот так вот втыкаться куда-нибудь, а повыше. То есть я кидал гранату вот аж вот таким вот образом. И в прыжке. То есть если, как вы знаете, граната, если кинуть ее вверх, она взорвется вот вверху. Обычно это помогает при плазме наверх, это экономит там 0.1-0.2 где-то чуть-чуть. Потому что как вы успеваете проплазмить. Вот таким вот образом. То есть чуть-чуть подъем, экономит время подъема до взрыва гранаты. Вот. И таким же образом я кидал ее вверх, куда-то вот сюда, в самый угол. Где-то она тут взрывается, я успеваю плазмить наверх. Потом она кидает меня налево, и я вот налево вот так вот наискосок лечу до телепорта. Мне кажется, это чуть-чуть быстрее, чем прямо из угла начинать, потому что горизонтально здесь мало разгонишься. В общем, я делал как-то так, может, есть какая-то получше дорожка. Не получилось сейчас нормально словить. Сейчас попробую разок. Ну, вообще, тут больше размаха, конечно, для онлайна, если просто ее просто так играть с ТР, потому что можно и сверху обсловить, можно этот оп с гранатой затайм, там, не знаю. Ну, размаха гораздо больше тут для онлайна с таймрейсом. Почему не получается нормально проходить? Не знаю, может, потому что ты... Не знаю. Да, вот версия. В физике... Кстати, при выпрыге из этой комнаты у меня, кстати, есть пара идей тоже. Ну, говори. Здесь, как бы, я в физике CPM и в Q3 ничего интересного не делал. То есть стандартный выпрыг, в середине второго приземляемся, где-то в середине второго прыжка или перед ним мы кидаем гранату, вот таким вот образом. То есть я кидал ее вот куда-то вперед наверх. То есть желательно под 45 градусов, и она так дальше всего улетает. И, наверное, вот. Короче, я вот по вот этому квадратику ориентировался, в его правый угол. Вот. Получается, она как раз взрывается. Обычно взрывается где-то вот здесь. Вот здесь, вот здесь, вот здесь. Короче, в зависимости от того, где вы ее успеете кинуть. Потому что этот выпрыг, тут он. Тут. Ну, как бы, граната это логичное кидание граната, потому что без нее, что у нас есть? Плазма, рокет и грены. Как бы с плазмой подниматься здесь медленно. Ну да, неэффективно. Если пытаться, ну... Я, кстати, не пробовал подниматься с плазмы по вот этой стенке, потому что... И с гранатой, да? Да-да-да, я не пробовал даже. Я не знаю, может, это было лучше, но я граната у меня где-то вот здесь взрывалась, то есть я ее пора... Даже чуть поближе. Ну, вообще почти по центру. То есть экономилось время пропрыгивания чуть-чуть ближе. И дальше... Ну что? Граната. Рокет. Раз, два... Здесь
два варианта прохождения. Сначала я делал вот так, как я сейчас показал. То есть рокет куда-то в эту стенку или в эту, рокет в эту стенку. И потом мы втыкаемся в этот в дверь. Как бы эта дверь была очень прям, она плохо сделана. Ну не плохо, она очень, да, она очень медленно открывается, потому что если вот мы отстреливаемся, имеем какую-то скорость, мы просто втыкаемся в дверь и все, и ничего не происходит. Особенно если мы не приземляемся перед ней. То есть, чтобы быстро пропрыгать, нужно было вообще в идеале приземлиться где-то вот здесь вот, заскимить кусок двери, пока она еще не открылась, и пролететь туда дальше. Это у меня получалось очень редко. В итоге я придумал, как можно еще там 0.2 срезать. Я начал проходить не вот такой дорожкой, как я сейчас показал. Сейчас попробую повторить. Ой. Вот, вот таким вот образом поставил. Выстрелом перед дверью, да? Чего? Выстрелом перед дверью, да? Как бы. Чего перед дверью? Ну вот выстрелом перед дверью, прямо перед дверью ты стреляешь и скимишь ее. Я выстреливаю, у меня рокет не успевает откатиться, как я попрыгиваю. У меня рокет где-то вот здесь вот откатывается. Даже чуть дальше, наверное. Вот. В результате я начал использовать второй рокет как раз вот здесь. Ой, третий. То есть я делаю Гренна плюс рокет, потом рокетом вот здесь вот отстреливаюсь, где-то вот в этом районе. Лечу вперед, пролетаю дверь и стреляю им либо перед дверью, либо после двери. В общем, в зависимости от того, куда приземлюсь. К сожалению, в пол. Вот. Ну и дальше остается после отстрела где-то в этом районе два варианта. Либо мы летим прямо, что короче, либо мы летим в стенку, а потом от стенки отстреливаемся. То есть здесь... Что, может быть, даже побыстрее. Ну, да, может быть. Здесь получается три варианта. Либо мы с рокета долетаем прямо до финиша. Причем вот эта вот штука тоже меня... Я в нее воткнулся почти на очень хороший тайм, когда шел. А, то есть мы либо... Ой, не так. Вот это еще проблема. Нужно угол правильно держать, когда стреляешь. То есть нужно левее. А я вот сейчас куда-то сюда стрельнул. Так, ладно. И вот так вот мы долетаем до финиша. То есть либо с одной ракеты, либо мы летим намного ниже, где-то вот почти полого, и успеваем приземлиться перед, перед финишем. Сюда, сюда, сюда. То есть тут вариант... варианта два. Либо мы стреляем и финишируем, либо мы стреляем и втыкаемся в эту стену сюда. Ну и третий вариант, как я уже показал, это рокет, потом рокет в стену и финиш. И килл. Я, в принципе, даже не знаю, что тут еще можно показать. Ну, давай, пройди быстренько. Ну, я думаю, демок достаточно много. 17, по-моему, если мне не изменяет память, только 3 и 30 в ЦПМ. Я думаю, мы увидим большое разнообразие по прохождениям. Ну, я надеюсь, что мы его увидим. Ну, в общем, основная проблема была просто не запороться и пройти как-то быстро. Я не знаю, как там... Ну, мне очень интересно посмотреть, как прошел... Кто-то первым... Аурум. Аурум занял первое место. И мне крайне интересно посмотреть. Ну и... Как он сделал? Ну, 9.9. Вот. Ты уже меня перебил. У меня 11.1. В общем, таким образом я сделал 9.4, потом забил. В общем, как-то... Мне не очень... Или сколько я там сделал? Ну, а, я 8 с чем-то сделал в CPM и 9 с чем-то в Q3. В CPM проще, да. Потому что вот этот рокет, он намного... Ну, то есть, во-первых, в физике CPM можно заворачивать. То есть мы... Ну, как ни странно, да. Да, мы стреляем вверх, заворачиваем направо и, сохраняя скорость, еще отстреливаемся этой ракетой. То есть по дуге. И это мы получаем больше скорости и быстрее финишируем. В Q3 приходится... Ну, я, по крайней мере, втыкался в эту стенку. Естественно, скорость меньше. Потом рокет от нее, приземляемся и рокет. У меня получалось даже рокетом где-то вот здесь вот. Я не знаю, было ли в дымке так, когда просто рокет от стены и прям вот сюда приземлился.
Короче, ладно. Карта мне не очень понравилась. Коротенькая. Это дикий олдскуль. Да. Коротенькая рандомная дверь, которая не хочет открываться. И, это признак олдскула тоже. Да. И в этом. Здесь да. Что-нибудь есть такое интересное, что можно еще тут найти, показать. Ну, единственный косяк, вот там, который я видел. О, здесь что-то есть. Закрепление. Нет, ну, на вот, этой штуке можно бегать. Вот, ну, да, ну, здесь... Она бесполезна. Хоть бы пасхалка какая была, да? Тут... Сейчас. Тут... Читы. Да-да-да. Я просто полетаю. Здесь ничего интересного как бы я не вижу. Старт. Подлет наверх. Либо... Ну да, был вариант в физике какой-нибудь, не знаю... Как Вуди уже показал, здесь сделать оп, но это, наверное, только в онлайне. Но это, может быть, ну, поможет, да. Кстати. А, еще вариант старта, когда мы начинаем с рокета вниз. Ой, с гренки. Сначала поднимаемся вверх, а потом уже переключаемся на боковой. Это... Так большинство, я думаю, делало, кстати. Да, то есть поднимаешься вертикально вниз, потом ставишь угол прям ровно 45, вот так, вот такой вот. Угу. Там, 45 градусов. И вот в идеале нужно вот так вот проплазмить... Так, чтобы больше всего скорости набрать и воткнуться в ТП. Может быть, так даже быстрее, чем граната вот с этого уголка. Ну и все. Рандомный вход в ТП, рандомная граната, которую фиг словишь, рандомная дверь и даже рандомный финиш, там, куда приземлишься. Да. Ну и 9 секунд, как бы, не очень длинная карта. Ладно, давай демки смотреть. Давай, да, перейдем к рассмотру демок, я думаю, пора. Так, здесь Альмера Кап, раунд 3, ВК-3. ВК-3 у нас, по-моему, да. 17 демок. Да, 17 демок у нас. И последнее место это Лунтик 16.6, давай посмотрим. Плей. Демки коротенькие, в принципе, побыстрее, ну, да. Мы с ребятами даже днем считали уже, сколько примерно выйдет. Обзор примерно 40 минут насчитали. Посмотрим. Ой, рановато начал плазмить. Да, рано. Плазмился в телепорт. Ну, кстати... Да, стрейф. Ну, Лунтик, по-моему, новичок. Это, ну, кстати, неплохие ракеты. Зачем остановился? Зачем? Да, тут перед дверью... Ой. Я не понимаю, можно было... Два еще раз пройти, было бы быстрее. И сделать хотя бы 13, да, чтобы да. Перед деку хотя бы стать. Нгот деку, новый испеченный нгодовец, да, давай посмотрим. 12.8, на 4 секунды быстрее аж. Наверное, он в конце просто не останавливался. Он сразу попал в телепорт, немножко после телепорта остановился, но... Гранату тоже так себе словили. Воткнулся немножко перед дверью. Да, но, по крайней мере, финиш сделан гораздо лучше уже без остановок. Да, просто да. На одном дыхании пролетел. Еще с большим отрывом геймрок у нас в полторы секунды быстрее год деку. Давай посмотрим. Так. Хорошая граната, хорошая плазма. Хотя, может быть, получше, но, в принципе, средняя такая хорошая плазма. Гранату достаточно поздно кидал. Хотя в Рокет 3 вот... Можно было рокетом отстрелиться на прыжок раньше перед дверью. Да. Ой, ну да. И больше скорости было. И, в общем, в основном у него такой медленный тайм, потому что он гранату наперед не кидал. Или кидал. Но он ее... поздно кинул, по-моему. Вот, следующий. Декус, Россия, 11.1, плей. На 200, прям ровно на 200 сделал быстрее. Так, сейчас посмотрим. Тоже начинает с угла. А вот он, кстати, вертикально начинает. И потом только начинает плазмить. Не воткнулся. Кидай. Тоже поздновато. Хотя в ВК-3, видишь, ракету не сразу дует. Ракетой открывал себе двери, да. Прикольно. Может, мне, кстати, так лучше было кидать ее не наискосок. Я сейчас показывал в правый угол стрелять. Может, ее реально в левый надо было? Не знаю, я по умолчанию сразу в левый кидал. А я почему-то в правый, не знаю почему. Не знаю, я вправо тянет.
Честно, не скажу, почему я так решил вдруг право кидать. Ну ладно. 10,8. Корж. Быстрее на 300. Плей. Белоруссия. Угу. Начало, в принципе, неплохое. Заранее. То есть поздновато ее... О, проскочил двери. Проскочил двери и неплохо финишировал. В принципе, заслуженная первая десятка. Но еще быстрее на 500. Вот, кстати, очень дикие отрывы, да, вот в этом промежутке почему-то. Кианекс сделал на 500 быстрее. Наш соклан. Да, плей. Коржу надо было чуть пораньше гранату кидать. Он ее очень поздно кинул. И не вверх, а просто вперед. Прыжки. Так, с прыжка граната. Да. Сразу диагонально просто. Да, ну, тоже, в принципе, неплохо. Да. О, наискосок вверх да. Словил неплохо. С трех ракет проходил. И немножко... И финиш, кстати, достаточно да. хорош. Если финиш. Бы он ровно прямо летел, мне кажется, был получше. Он наискосок прям в стенку уперся. Да. Так, займ да, с Украины. Займ. Еще на 300 быстрее. Или мы его только... Да. Нет, 10.0.40 плей. Не вышел, к сожалению, из 10 секунд, но тоже неплохой тайм. Граната вниз. Тоже диагональный плазм. Ну, хорошо, кстати, залетел. Вот он тоже направил. Вот он, кстати, очень классно кинул гранату по таймингу, потому что вот у него фактически только-только появился ракета в руках. И он сразу же, можно сказать, стрелял. И это очень классный тайминг у него получился. Вот но у него... финиш вот он не очень хорошо сделал. Можно было еще ракету кинуть. По мне, он прошел моей дорожкой. Вот единственное, он гранату мог чуть позже кидать. Там, не знаю... Ну, чуть-чуть совсем. Везде по чуть-чуть быстрее. И как-то получилось 600 миллисекунд. Не знаю как. У тебя финиш явно быстрее. Но на финише он прям вот просто на верочку типа так выстрелил один раз. А, он отстреливался от передней стенки, а я от боковой. Поэтому... А, ну вот, еще поэтому, то есть у тебя и скорости еще больше. Да, да. Да. Ну, давай дальше. Фет Сапсан, Россия, Амурская область, плей. Чуть-чуть прям быстрее на несколько, 4-3 фрейма. На несколько, 4-3. Так, в прыжке под себя. Ой, тоже тайминг классный с гранатой. Ой-ой-ой, какие скорости. Ну, блин, очень классно. Сапсан начал совсем недавно играть и уже такие результаты показывает. Это очень круто, по-моему. Здесь, во-первых, ну как бы он отстрелился от передней стены с тремя ракетами. Наверняка долго втыкался в дверь. И что еще? И гранату можно было еще чуть пораньше наискосок вверх кинуть. Он ее на пол прыжка даже больше позже не, по-моему, кинул. Гранату он нормально кинул. Нет, он ее поздно кинул. Он мог, я говорю, на пол прыжка даже больше раньше кинуть. То есть он этим еще немножко времени потерял. Вот. Ну, то есть я по количеству пикам смотрю, когда они стреляют. ДМ, Россия, 10.0.16, плей. Такой же точно тайм, прям, же время, да. как у Фет Сапсана. Но он выше, потому что на ДМ начинается лагерь. Кинул с прыжка. Поднимался сначала наверх, потом, да. Высоковато, да, раньше прочесть. Вот сейчас как тебе? У него начало нормальное, гренка нормально словил, но потом он как-то очень плохо от стены отстрелился. Да, финиш у него хуже, но он мог бы 9 сделать, мне кажется, легко, если бы финиш сделал получше. Да, если бы как-нибудь... Он, по-моему, тоже с трех ракет. Да, и он тоже, наверное, тыкался в дверь. Ну ладно, Gravity 9.848. Плей. Сейчас посмотрим. Ну как бы, если с двух ракет после граната проходить, то там в дверь намного реже втыкаешься. А вроде как это быстрее. С трех я почти каждый раз, каждое прохождение втыкался. Тоже вот, диагонально кидал. Ну. Правильно, кстати, выстрелил. Вау. Ой, очень классно. Очень классно, гравити хорош. Неплохо пройдено. Очень неплохо.
Рекрут России 9744 Play. Еще на 100 миллисекунд быстрее. Ну да, здесь все в основном такая мелочевка. Я не знаю, где я там запорол. Наверное, в начале можно было чуть-чуть начинать. Ну, сейчас посмотрим. Я тебе скажу, где это медленно. Пакет и финиш. Да, ну вот финиш... Кажется, как-то не очень быстрый. Да, кажется, очень не очень быстрым. Кет 9.6 почти. Давай посмотрим. Плей. На 150 перебил рекрута. В общем, сейчас плотные таймы идут. Все. Да, близко. Сейчас уже фрейм отрочь пошел. Вот такой пост. Так называемый. Он вон как сделал. Граната рано кинул, нормально. Словил неплохо. С трех ракет проходил. Ой-ой-ой, какие ракеты! Ты посмотри, какие ракеты. О, очень жестко. Бригант на 70 быстрее. Давай посмотрим. Бригант, кстати, занимает в этот раз пятое место. Я посмотрел, уточнил. У него будет... у него два первых места, и он пока оверолл первый. Появились, кстати, вот общие... Ты кнопкой влево залетал. Да. Не, бригант вообще шарит, кстати. Тоже очень рано кинул гранату. Да. И о, финиш, как финиш запорол, мне кажется, блин. Ну... гранату, мне кажется, он просто так, ой, один рокет просто так выкинул. Ну да, он ее в середине прыжка использовал почти. Мне кажется, лучше было, ну, все-таки попытаться с трех, наверное, проходить грен, с двух грен. Ой, рокетов. А, что я говорю. Итак, Винтер 9-4-3-2. Интересно. Давай посмотрим, плей. Прям... Интересно, потому что 4-3-2? Нет, или потому что он тебя обогнал? Потому что, нет, он не обогнал меня. А, нет, еще. Винтер, да. Винтер, да, красавчик. Не ожидал от него. Ой, ты посмотри, как он делал вообще. Ой-ой-ой-ой, самый быстрый старт, мне кажется, это пока что. Тоже рано кинул, кидал гранату. И, ой, какие-то... Он мог в стену же встать. Да. Он бы тебя перегнал, если бы влево дал, мне кажется. Да, мне кажется, тоже. Офигеть. Ну, давай посмотрим тебя. Да. Топ-3. Ну, в 3 физики. 9-4-0-8. Плей. Так, кидал наверх, хорошая горизонтальная скорость. Очень поздно кинул, ой, ну надо было намного раньше энтер. Прямо строил. Что раньше? Гранату. Нет, прям он надо... прям идеально, много раньше. В момент приземления все едут. Очень поздно ты кинул, очень какой поздно. Какой поздно, ты чё? Очень поздно кинул. Там... Я смотрел прямо на центре этого, там... Не-не, классно кинул. Ну ты любишь, все знают, что ты любишь гранаты, что ты их таймишь просто как бог. Все это знают. Но финиш у тебя, откровенно говоря, очень слабый. Но ты на ней мало времени провел. Ладно, давай посмотрим. Поэтому... Тутти Фрутти 9.1, плей. На 200 перебил энтера. Перерастает Димон энтера в ЭКУ-3. Очень похвально. Он в онлайне проходил. Да, но у него валидные демки. Я уже все проверил. Это валидные демки все. Вот прям в момент приземления он... Ой-ой-ой-ой-ой! Я не понял, как... Что? Зачем? Зачем тот... Зачем ты ту ракету так кинул? Ты кинул ее до приземления, Димон. Ты должен был попасть в пад. Ну, блин. Ну, Димон. Что ты за человек такой? Ну, надо. И... Ну, перебил энтера и... Топ-1 да, и Гризли. У нас Гризли. 9.136. Плей. Чуть-чуть быстрее Димона. Я не удивлюсь, если он сейчас... Попал в пад ракеты и поэтому сделал топ. Тоже боковым стрейфом как-то прозвал. Стрейф ракеты и от боковой стенки. У него, да, ну вот он, грубо говоря, по финишу только. Мне кажется, сначала он до ТП как-нибудь сотню. Здесь телепорта в начале нет, это. Ой, точнее, чекпоинта. Вот это, да, очень плохо. Это, кстати. Я не знаю, быстрее я или медленнее в ТП вошел.
Вот, и в конце у него, да, от стенки отстрелился хорошо, поэтому он топ-1. Что, поздравляем, Гризли, топ-1, молодец. Да, Гризли, красавчик. Поздравляем также и Тутти Фрутти, который перегнал Энтера на 200, блин. Ну, что Ну, очень поделать. классно. Конечно, жаль, конечно, зафейлил финиш, но ничего страшного. 13,6 И CPM. CP... Ой, я сейчас, минутку, я переименую демки. Давай. Сейчас. Демос, где там мои? Я, кстати, думаю, может быть, еще в описании к обзору закидывать ссылку на онлайн-результаты, то есть на q3df.org, как считаешь? Типа, чтобы можно было быстренько тыкнуть и посмотреть, кто там чего сделал на онлайне. Подожди. А, там же демка была не онлайн. Сейчас. Откуда там звук был? Какой? В демке Тутти Фрутти там почему-то при начале то ли пикнуло что-то, то ли что-то там было. Не знаю. Сейчас, да, я просмотрю. Он там же офлайн, да? Онлайн. А, ну она DF, а не MDF. Или офлайн она. Когда если ты, значит, в офлайне. Че ты меня? Да, я слышу звук от плазминки. Откуда там звук от плазминки в начале? Сейчас, подожди, я тоже включу. Ну, может, он килялся, когда с плазмы там что-то стрелял. И звук как бы записался в демке. Блин, как... Как такое может быть, что демка Ну, вот, начинается нет, и... это бывает, это бывает, это нормально. Ты не встречал, А, что ли, нет, еще? не встречал такого, что демка начинается, а у тебя еще звуки от прошлой демки остаются. Ладно. Это вопрос к самому моду. Итак, CPM. Начинаем просмотр с Дукича. Дукич 13 и... Сейчас. Шесть. Таймскейл 1. А то я его уменьшал. Play. Подожди, подожди, тогда Все, подожди. все, все. Дукич, я нажал play. Все, Че ждать? давай, давай. Окей. Все, все, все. Стоит на старте. Я надеюсь, он... Я опять выключил. Хреновато немножко начал плазмить. Ой, ну да. Можно бросить попозже. Распрыгался такой на старте. Разогрелся такой, давай, как боксер, знаешь, на ринге стоит. И ракета не использовал в конце. И гранату наперед не кидал. И вообще как-то немедленно пройдено. Ну, не знаю, что ему Ну, посоветовать. ему посоветовать проходить не один Быстрее. раз карту. Старайся лучше и, блин, ну, мы всегда говорим на каждом обзоре, что главное это пройти чисто. Если проходишь чисто, значит проходишь и быстро в то же время. А потом просто начинаешь проходить какие-то моменты быстрее, 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 и в итоге у тебя получается тайм энтера топовый, я имею в виду. Да Ну, я это как у бы, меня медленный ну, тайм. я тебя как, не, я тебя в принципе как это беру, как эталон, потому что ты любишь у нас длинные карты, об этом тоже все Короче, ладно, знают, и следующий. на длинных картах это очень важно, да, давай, Sky Sky Alien Island. 13.0 play. На Ты 600 уж не, быстрее. Чё? уж не даешь себя похвалить. Давай, давай, что ты, Чё, не босс? стесняйся. Понял, зачем он прыгал в момент. Он высоковато очень залетел. Как потерял там секунду, наверное, или И погиб. зажимал прыжок во время плазмы. Ну и тут еще на финише почти воткнулся. Ну, может быть, для него это было бы и быстро, но в следующий раз, по крайней мере, в ЦПМ отстреливаться от боковых стенок намного эффективнее, чем от задней, так скажу. Вот, поэтому в следующий Ну раз да. юзай боковые. Лунтик 12.4. Play. Еще на... Подожди, я не ту включил. Нет, ладно, ты включай, я Да, сейчас. еще на 600 быстрее. Сейчас посмотрим. Давай, Это давай. онлайновая, по-моему. Главное верить. Варпак ему
пишет. В онлайне они пытаются проходить. А, да-да, я когда валидировал на тему открытых дверей, это, честно, угарнул. То есть ему написали, главное, верить, и он после этого поверил в себя и поставил все-таки рек, который отправил. Он тебя начал? Нет, я же мотаю вперед. Это же мотаю, он уже выйти мотаю. Он сейчас начнет там. Да, начал. Кинул гранату. Блин, давай быстрее. Все, так, у меня начал, кинул гранату. Ой, как он после телепорта остановился. Надо было пожогнуть. Ну, ракеты ничего такие, но мне показалось, он как будто бы в ВК3 играет. Mm. Как-то... Тоже. Ну, то есть, в ВК3 рек у него сильный. Mm-hmm. Он же в ВК3 тоже послал. Да, вроде, да? Да? Да. Yeah. А, нет, почти 16.6. А про кого мы... Про... Лунтика. 12.6. А, про Сапсана я говорил, что он сильно поднялся за короткое mm-hmm. время. А Лунтик, старайся лучше. Блин, что за фигня? Итак, ну, да. Следующий. Back Zen Planeters Play. 11.8. Еще на 400... Ой, на 600 быстрее. Или я больше? Думаю, сейчас дело будет в ракетах. Ну, тут, я думаю, новичкам был такой... Он не делал выпрыг из телепорта. Угу. Ой, был зачем он так пуст. Медленно? От стенки надо было от задней или от боковой, было бы лучше. Ну, вообще нет, то стенки пытался отстреливаться. Как-то ракеты, да, конечно. А, следующий, Супер Зучи, 11.1 плей. Еще на 700, на 600, 600 с чем-то, с лишним фреймов быстрее. Ой, каких фреймов? Миллисекунд. Очень... Ой, воткнулся перед входом в ТП. Граду заранее сделал. Он там, ракет у него вообще как-то медленно пройден. Он ну, ракеты намного получше, чем у Бэквена, по крайней мере. Mm-hmm. Ну, не знаю, ну, у Суперзучи потихоньку, медленно, наверное, я могу видеть, как бы немножко улучшает моментами прямо. Видно. Mm-hmm. Кианекс, да? 11.0, плей. Из Тольятти. Еще на 200 быстрее. Наш юный Соклан. Mm-hmm. Юный, не по годам, к сожалению, наверное. С прыжка я делал гранату. Вылетел нормально, выпрыг, к сожалению, не делал. Передние стенки проходили еще очень плохо в конце финиша. Потерял, очень много потерял. Мне кажется, если бы сделал как-то все это более по прямой линии, он бы мог 10.5 сделать. И обогнал бы много людей. Год деку. Да. 18.848. Давай посмотрим. 10, да. Ты сказал 18, но. Да. Я сегодня очень устал что-то. Высоковато подлетел в конце и телепорт не сделал. Ой, как. Да, и скорости не очень много. И было. Здесь очень. Ну, неплохо словил гранату и скорость. В конце скорость достаточно неплохая. Мне кажется, все равно медленно. Ну, относительно других, то, что мы смотрели, у него финиш классный. Цинкивен на 6 фреймов быстрее сделал. Нет, подожди. Мульт. Нет, мульт, да, мульт 840. Плей. На фрейм быстрее. Ага. Остановился в начале. И гранату полновато очень кинул. Можно было раньше. Хотя с трех ракет. Ну, он, видишь, кидал туда гранату с тем замыслом, что в угол как бы ему чтобы надо было. Она взорвалась в углу, да, и да, ему да. Можно было нормально заплазмить как-то. Но он реализовал свою идею, в принципе, и обогнал много людей, так что... Ну, можно было, конечно, быстрее, но он... Типа, это у него свой роут, и это похвально, что он своим роутом все равно... А, я придумал! Почему я так не взял... А, нельзя было. Или можно было? Я сейчас подумал, знаешь, все. Х-
хватит, хватит отжать. Я сейчас подумал о том, чтобы... чтобы после гранаты ракеты от стены сделать плазма-буст и потом ракеты отстрелиться. Да я так тоже придумал, пока ты обозревал, кстати. Но я не знаю, я не буду это тестить, но это может быть сработает. Ну да, но там, по-моему, после стрела ракеты ты очень быстро приземляешься на пол и может не хватить времени на кулдаун между ракетой и плазмой. Ну я понял, да. Ну надо тестить, угу. В принципе, можно попробовать. Just the Qn Беларусь 10.8 play. Быстрее на 5 фреймов. Да. Сейчас посмотрим, что тут интересного. Что интересного за Qn? За Qn, а за Qn? Не получился у него выпрыг. Очень. Вау, он без граната проходил. Да. Да, но это медленнее на вон 2 секунды. Да, но, кстати, он выстрелил в просвет дверей, что просто моя школа. И вот это вот мне единственное понравилось, если бы он так сделал и при этом использовал гранату, мне кажется, он бы на секунду и полторы, да, быстрее мог сделать. Ну, так кажется. Хардкор России 10.7, play. Еще на 100 миллисекунд быстрее. Вот. Сейчас посмотрим. Ой, теледжамп получился. Ой, я и на финише немножко запоролся. Тоже практически в просвет стрелял, кстати. Угу. Ну, достаточно неплохо. И вот за счет гранаты он как раз вытащил эту сотку. Очень даже классно. Мне кажется, он из-за трех ракет очень много раз втыкался в двери. И они... Возможно, ему там... Не, ну, из-за них он не смог нормальный тайм поставить. Ну ладно. А следующий, я уже забыл, кто. Гимрок? Да, Гимрок. 10.6. Play. Еще на 50 миллисекунд быстрее. Все, по чуть-чуть, побыстрее, побыстрее. Да, все, лучше и лучше. На 700 попадал. Ой, в хелипорт, достаточно быстро. Теледжамп сделал, от передней стенки плохо отстрелился сзади. Да. И финиш. Но в целом... В целом молодец. В принципе-то перегнал из Эквена, кто выше его на голову. Много там народу снизу. И это... Да. Кипиш, Челябинск, 10.456. Плей. И Гимрок очень классно плазму сделал на старте. Тоже не очень получился. Сложновато ракета, мне кажется, стреляла передней стенки. Ух ты, ты видел? Ты видел это? Просвет? Ты сейчас кипиша посмотрел? Да. Он стрелял ракетой от двери. Ну, так Закиен то же самое сделает, я же говорил. Подожди, по-моему, от пола. Не-не-не, Закиен делал от двери так же. Сейчас, я это отметил. ВК3, да? ЦПМ. А, вот ZQN. Подожди, сейчас. Реально, что я не заметил? Почему я это не заметил? И хардкор тоже, по-моему, так. Что-то я не знаю, я как-то не заметил это. Так, ладно. Эфиоп, Россия, Екатеринбург, 10.0. Плей. На 400 быстрее, с хорошим отрывом. Почти 9 секунд сделал. Обидно, наверное, что не дожал. Но я думаю, он после нашего обзора найдет свои слабые места и будет над ними работать лучше. Вот, диагональный почти буст получился. Но поздновато, да, очень грамотно играл. Да, гранату очень поздно было сразу после плазмы прокидать. И из-за того, что от передней стенки стреляла ракета, и это медленнее получилось, чем... Да, но финиш достаточно быстрый, я считаю. Финиш нормальный. Минова, Минск, 9.9, плей. Первая девятка у нас.
9 секунд, открывает Минова. Тоже, кстати, молодая кровь. Он тоже как я делал. Сиджамп не получился. Тебя ровно. Нормально гранату кинул. Дал тоже на СКА скинул. Хорошо затаймил. Да, но вот и потом... в двери попал, да. Ну, мне кажется, там как-то или на прыжок... Нет, не знаю. Ракета, ну, ты тоже очень рано кинул. Так, ладно, не знаю, что там сказать. Сейчас. 5 сек. Ну, давай дальше. Так, файк. Подожди, 5 сек. Да, окей. Take 5, Россия. 9.8.9.6. Play. На соточку быстрее, чем Минова. Угу. Шок, ракета. Начинал с угла. О, кстати, прикольно начинал. Сразу взял гранату в руки. Гранаты не плохо получились. Но зато он хорошо затаймил и в двери хорошо попал. Ты сейчас стонов, блин, вообще классно прошел. Еле-еле в дверь попал, она еле успела открыться. Он заскимил, да. Он раз заскимил, а они, по-моему, у него он в середине прыжка их ловил и. Не-не-не, заскимил. Я сейчас посмотрю, реально заскимил. Ты переработал, давай next. Нет, я буквально сейчас. Да, он заскимил. Все ок. На 2 фрейма быстрее. Девушка за Кьюэна перебила за Кьюэна на секунду. У вас что там, неравноправие полов, что ли? Давай посмотрим. Play. 9.8.7.2. Это очень интересно, почему за Кьюэна такой тайм, а у его девушки такой. Не поссорились? Есть что нет. Если бы у меня девушка играла в ДФ. Граната! О, тоже без ракеты. Прикинь, без ракеты быстрее на секу. За счет буста, скорее всего, и финиш тоже классный. Mm-hmm. Жесть, okay. Вот это да. Mm-hmm. Может быть, из-за Кьюэна не было времени, но я думаю, что это такая отпаска, такая себе. Котейка. Если бы у меня была девушка, она бы играла, и одна бы играла лучше меня в дефраг, ну не знаю. Так, котейка, Россия. Смотря как бы я ее начал, да, давай посмотрим. 9.8, play, 9.816. Еще чуть-чуть быстрее, мне интересно тут. Я даже не думал, мне кажется, по-моему, на прохождение без гранаты. Оказывается, вон 9.8, надо сделать. Кстати, я тебе предлагаю в следующий выходной... Сейчас посмотрим. Хорошо, следующий выходной посмотрим. Тоже пытался в створ двери попасть, но не получилось немножко, всего 100 упсов получил. Я тебе предлагаю на следующий выходной сделать тимран. Посмотрим. Помним, где мне вдвоем проходили, помнишь эту, которая на пятерых? Может быть, кем-нибудь. Давай дальше. Форстахе. 9.800, play. Еще прям чуть-чуть на 2 фрейма быстрее, чем котейка. Майн проходил. Высоковато подлетел. Делать тириджамп. Неплохо. Граната неплохо словил. Только вот здесь вот он очень медленно проходил. Вот, отстрел от стенки, ну, скорость в пролете у него очень медленная. Мне кажется, он за это много потерял. Да, но финиш не очень хорошо получился. Угу. Следующий, варпак 9.7, play. Варпак. Ой, тележамп не получился. Еле словил рокет. И в конце просто прыжками проходил. Кстати, в конце в створ намного лучше попал. Да, прям по центру. Получил, конечно, 200 упсов, но, возможно, вот это как раз ему и дало вот этот прилив. Дед сделал 9.6. Давай посмотрим. Тут уже между... 9.5 и 8.5 намного меньше таймов, чем
10,5. Да. Кстати, вот неплохой выпрыг. Гранату можно было чуть-чуть пораньше выстрелить. Воу, воу. Ну, даже не чуть-чуть, но финиш... Неплохо, неплохо пройдет. Финиш очень классный, да. Классный. Я думаю, на старте мог поднажать и перегнал бы москаля, который сделал 9,560. Давай посмотрим. Play. Вот он скажет 50. Рано кинул гранату. Но отстрелы за счет вот старта и середины он перебил деда. А так бы дед, если бы поднажал, то сделал бы 9,4, наверное, как у Мякова Пуза, который на 9 месте уже 3-ю карту подряд. Давай посмотрим. Play. Пуз — самый стабильный игрок дефраг комьюнити. Он уже 3-й раз топ-9. Жаль, на ДФВЦ не топ-9. Было бы круто. Очень быстрое прохождение. Очень быстро. Я даже не знаю, мне кажется, он в начале ДТП, хотя, честно, не скажу, где он потерял так много. Может, только из-за ракеты, которая вперед выстреливалась. Не знаю. Но финиш у него достаточно быстрый. Ну да. ДМ Россия 9.2. Плей. Еще 200, на 200 быстрее. Ну, в ЦПМ намного сильнее у него результат, чем в ИКУ-3. В ИКУ-3 он как-то так отослал. Очень хороший быстрый старт. Почти получился тебе джамп. Рано кинул гранату, затаймил неплохо. И на финише, конечно, скорости не очень много, но... Маловато у него отстрелок. Ну, отстрелы как-то так себе получились. Да, но за счет старта отыграл эти 200. Да, и гранату очень классно кинул и словил ее неплохо. Да. Торнер 9.1. Плей. Быстрее еще на 100 миллисекунд. Сейчас посмотрим. У него начало было неплохое очень. А, он по двум стенкам даже начинал. Офигеть. О, и без ракеты, без гранат. Турнер просто, вы видите это, вы видите? Турнер просто 9.1 без гранаты. Офигеть, вот жесть, это, да. Вот это роут классный. Торнеру я пока отдам, не знаю, приз что-нибудь. Ну, нет, респектулю пока отдам за оригинальность. Это, я не знаю. Ну, за QN. Ну, за QN 200 и его стены и прохождение без ракет. Я бы... А, ну 200. Ну вот за 2 стены я бы отдал, да. 2 стены, да. Нуб Зорн 8.9. Плей. Французский у нас патриот, можно сказать. Уже без гранат. Да, 8.9. О, ужас. Блин, мне что, без гранат, что ли, надо было проходить? Вот я не очень. Офигеть, вот это жесть. 8.8, Enter сделал на соточку быстрее. Давай посмотрим. Play. Нереально, может, надо было без гранат? Хотя посмотрим сейчас остальные таймы. Ну да. Мне интересно топ посмотреть у Аурума. Я думал, Пикачу будет топ, но... Так. Поздно кидал гранату, очень поздно, вот прям вот, ну очень поздно. И финиш, кстати, хороший получился, хотя я бы к стеночке прислонился и еще бы ракеткой дал. У меня прям тянет так. Можно к стенке, там зона меняется, и плюс, когда ты втыкаешься в стену, у тебя скорость немножко падает. Ну и траектория не очень, не знаю, я когда получалось, когда летел в стену, я от нее отстреливался, когда прямо там, в общем... Когда как? Плюс там можно около стены в потолок удариться и упасть вниз. И... Ну да. Не очень. Итак, Tempfex, Tampax, 8.7, плей.
Интересно посмотреть. Может, реально он сейчас тоже без гранат? Начало очень неплохое. Нет, с гранат тоже. Ну, он как раз сделал буст и сразу кидал гранат. Он отстрелился от двери. От створок, да. Классно сделал. Вот это очень классно. Ну, финиш очень быстрый, да. Avenger 688. Третье место, поздравляем, Роди. 86 play. Диагонально, кстати. Хороший тимджам, сразу кучу кидал. Заскимил, как классно. Двери и заскимил вообще. Финиш очень классный. Я думал, он рассчитывал на топ, но у него не совсем получилось. Пикачу его совсем немножко перебил. Давай посмотрим. Плей. Мне прям не терпится Аурума посмотреть. Под себя, тоже поднимался наверх, а потом набирал горизонтальную скорость. О, потолка! Вау! Офигеть! То есть смотри, у него я заметил, что после гранаты пара ракет очень плохие. Да-да-да. Очень, ну вот я прямо, я смотрю, прямо очень плохие ракеты. Можно лучше гораздо. И если бы он все это повторил с хорошими ракетами, он бы перебил Аурума, потому что там разница всего сотка, даже ну, меньше сотка. Да. Но там реально 8.5 очень тяжело сделать. Я 8.8, ну, да. Там, в общем, надо много-много играть. Итак, плей. Да. Ну, от потолка это, конечно, очень классно. Да. Но, блин, даже не думал. Две ракеты запорол. Это один. Ну и Аурум на самом деле удивил. Я вообще не ожидал Аурума увидеть там. Топе. Очень быстрый влет в это гранату против гранату рана. И очень хорошие ракеты. Да, ну вот как раз за счет. Хотя. Но он 200 от меня плюс сделал. То есть везде, ну как бы везде по чуть-чуть. До ТП перед гранатой, наверное, и после ракет, не знаю. Везде ну, то есть частично, мне кажется, сопоставить роуты Аурума и Пикачу, и где-то 8.4, наверное, можно сделать. Итак, давай посмотрим деки в замедлении. Time scale 0.5, как обычно. Итак, демка Гризли. Гризли. Play. 9.136. Они берут по две этих. Интересно, зачем? Я думаю, не обязательно было там одной. Вот у него кнопка вправо с зажатием, это дает очень много скорости и угол очень неплохой. Это в кудре фишка такая, да. Вот он прям в пимпочку стрелял. Вот скорость у него горизонтальная есть, еще добавил. И от пола отстрелился, и от стены отстрелился. Просто очень хороший рокет от всего, что можно. Ну да. Рокеты классные. Да, гренка классная и начало классное. Итак, CPM... Мне кажется, последний рокет может побыстрее. Ну, в замедлении как-то четче видно все. CPM Aurum 8.5. Топ-1. Поздравляем. Play. Да, посмотрим. Может быть, он решил на всех остальных картах поучаствовать. Будет достаточно интересно посмотреть за его прогрессом. Как он на других картах себя покажет. Тут он, кстати, не брал красный. Ну, я говорю, не обязательно. Очень быстрый влет в этот. Рано кидал гранату. Очень хорошо получилось. Даже назад немножко отошел, чтобы исправиться. Третья ракета. Заскимил дверь. Причем ему даже левая дверь не дала наискосок дальше лететь. Она ему скорость немножко убавила, кажется. Подожди, дай я посмотрю, она убавила. Скорость 1054, он делает ским 1053. А, нет, он вывернул направо.
после скима. Все отлично, поэтому так классно пройдено. Ну вот, поздравляем всех, как бы, тех, кто Да, спасибо всем за участие. Да. Участвуйте еще и на других раундах, давай покажи там сайт. И появились, Носф немножко еще доделал, появилась общая таблица результатов Альмера Кап. То есть предварительная общая таблица. А, вот. По новой системе, кстати. Как вы видите на браузере, у меня, это старт карты, которая проходила с 25 февраля по 28 на карте Декумбер. В принципе, здесь можно было загружать таймы. И вот, в принципе, большая таблица с тремя демками, которые не приняли. Минова, Римыч и Бэкзен. Потому что у них там были они двери открыты. Вот много-много демок. По 30 в CPM, 17 в Q3. И на данный момент идет новый кап, Альмера Кап раунд 4, который будет проходить на карте H4P2. Так, где карта? Скачать. А, вот карта. Вот карта у нас, опять же, 2003 года. На ней есть граната, да, граната есть ракеты. Есть ракета. На ней тоже коротенькая карта. Ну, не совсем. Там, если читерить, то коротенькая. Но читерить не получится, поэтому она в секунд 20 где-то получается. Это... Хорошо. Это хорошо. Это нормально, да. Так, ну что ж, ждем ваших демок, ждем результатов следующего капа, будем их обозревать и смотреть. Вот, если кто не знал, можете посмотреть остальные наши видео. Например, видео, там, не знаю, туториалы или обзоры других капов. В общем, всего хорошего. Комментируйте, да, ставьте лайки, подписывайтесь на все каналы, регулярно у нас стримы. На этих выходных, я надеюсь, еще и с Энтером поиграем в Team Run, который на пятерых, но мы его пройдем вдвоем. Я надеюсь, ну будем стараться. Ну, мне кажется, да, надо Трикс просто задрочить. Ну ладно, все. Всем спасибо, всем пока. Всем спасибо, всем пока.